Це древ, пенськомова база. Це браконьєри, ви розумієте? Жодних документів на дірку не відключають. І ви будете відповідати. Представтесь, будь ласка. Якщо ти будеш рубашечки, якщо ти дуже так не виставляться. Скажіть, ви боїтеся, ви купили цю форму? А Барабашова, де? Реально. Тобто ви не є муніципальна, не муніципальна форма, так? Є? Документи. Не балакайся. Покажіть, отморозься, нахуй не тебе нужны. А нахуй ты не бойся, не бойся, не бойся, не заебывайся. Сейчас мне страна проедет, нахуй уже туда. Сейчас только будет ломиться оленей, нахуй, для бизнес-клуба. Все браконьеры, мы их приехали запомнять, вы им допомагаете. Ну, браконьеры, истребляем пидорасов, как вы, но. А откуда в твоей кишени гроши? Вы разумеете, вы нас зубили, браконьерам вырубали. Значит, мерзавцы уже вырубили полпарк. Знаете это? Прикинь, а вырубали, рубаем и будем рубать. Это ни на что больше не способен. Ни на что не способен. Выпрыгнешь кровавый. Ни на что это вообще не способен. Зайдешь как зайцы. Чем мы зайцы? Мы стоим. Ну тоже с бандитами сотрудничаете. Вот вся ваша сущность, которую мы указать дали. Бандит твоя жопа, нахуй. Бандит твоя жопа. Тут это не разнообразие вообще. Да, да просто нахуёво сегодня с утра. Да. Жопа, любимое слово. Ебать, в носках зимних. Смотри, тело, ебать. Бриджа. В сумасшедших, ебать, зимних кроссовках. И носки ватяные. Носки ватяные. Ебать. Я хожу, ебать, зимой, сука, в тряпчанах. И ноги не мерзли. Потому что... А ты, когда останний раз меняешь? Ты хоть меняешь за километр. Да. Как и козла. Так можешь понюхать у меня возле лапка. И так отходи на километр, чтобы не воняло. Чучело. А что я тебя должен рассказать? Слышь, ну тебе же попухло, я смотрю, нахуй. Ебать, будет нахуй, нахуй нормально. Поговорю. Что, в телевизор? В интернет? Покажи. Первое преступление. Сухари позасыхали, когда бежит аж сокотя. Ну ты же курсаж, ты ничего сейчас не сделаешь. Странно, я начну работать, что делать? Вообще хотя бы троих. Хотя бы так играть. Потому что я начну работать, да не будет ничего. Не начнется, начнется нахуй. Да не бах. Я же не сдержу, понимаешь? Десятерых. Покажу так, понимаешь? И без да, сразу. Все. Надо. А я, по-другому. А проблем за них не будет. Мне не надо работать. Да он тебе не обязан представляться. Ты что, милиционер или кто? Ты пидор, сука, харьковский. Да. Ты чучело мимо прохожая. Побеседуем, подружки. Ты после белого бобра на сука, только не незаконных, незаконных дел не провожу, браконьерских. Ты не проводишь? Ні. Я не а что ты сейчас делаешь? Я стою на своей земле, я харьянин, это моя территория. Покажи документы, что она твоя. Привет. Всего достаточно. Ты не паспорт, хочешь подъехать сегодня? Где живешь? Какой документ? Что ты пиздец? Подъезжай. Я до тебя не приезжаю до дома, не вырубаю поруч с тобой, с твоим будинком. Я буду здесь снимать. А кто тебе не найдет? Я хоть на машине не буду столбы напустить. Там будет свитер, люди не будут видеть. До меня до дома, не треба приезжать, рубилять. Где твой дом? Так правильно, значит это тебе надо ж посадить. Можешь сесть на мой нахуй. На дрочишь нахуй себя. Губами нахуй. Не улыбайся, буху стою. У тебя? Да. Ты улыбаешь такой. Да не, у него зубы ебать, что учиться. Я шумак больше не шоу такое. Хуй жопа, блядь. Два слова делал. Ну да. И ты, жопа, и ты главный пидор, сука. Главный хуй. Главный пидор ты, блядь. Это главный хуй про. Да, да, и кури таких ебу, как ты, нахуй. Главное, вы только об этом и говорите. Тебе ж мозгов нет больше. Это главный хуй программе время. Ты хоть книжку, ну про что ты? Не, я скурил. Скурил? Да. Скурил. Скурил так быстро, нахуй, что ты не догадался. Я ударил 20 минут, ты запустил. Я не стоял.
Нет, мы ждем просто звонка. Руки выглядят. Ты его трогал, Лука? Руки убери. Ты ж лысый, не позвал. Он руками не трогал. Что? Руками не трогай, не трогай, брай. Потому что я ебну. Так, давай, вы собираетесь проверить документы? Ты это понятно, ты с ней власть? А кто вы такой? Я представляю, что не хотел. Чтобы не было травматизма. Чтобы не было травматизма, вы должны не запомнить. Сними меня. На одну мышь, как я бы. Я представился, я сказал, что я кто, я чего я. Я взят на бежке, вам вообще снимите. Снят на бежке, права, все. Значит, я вам объясняю. Документ, рубка ведется без документа. Это просто к рубчикам. Совершенно верно. Документы должны быть у рубчиков на руках. В случае, если вы будете прокуратура, адвокатура, милиция, полиция, кто угодно, вызывайте, пусть отбирается. Это не функция, будете проверять, что там делается. Хорошо. В вашей функции входит защита коммунального имущества. Нет, охрана общественного порядка, охрана строительства. Коммунального имущества в частности. Коммунальное нормально. Деревья, которые уничтожаются, являются коммунальным имуществом. Вы будете площадки вытворены сразу же. Деревья, которые являются коммунальным имуществом, это должны уничтожаться без документов. Это вы снятие всего милиции и прокуратуры. Это вы должны как коммунальная охрана их защищать. Вместо этого вы вытащат люди почти. Я объяснил, что это и к чему это. Это будет, надо учу. Нарушать общественный порядок. Мне нужно лезть на стройку, ребята. Кто вы называете стройкой? Застроящийся объект, называя стройкой. Стройка в парке Горького, детской площадке, аттракционов. Территория, которая ограждается ленточкой, на ней ведутся преступные действия. Ваши действия незаконны и неправильны, ребята. Не нарушайте. Незаконные действия тех, кто любит эти деревья. Вы не имеете права на кинострой. Конституцию никто еще не отменял. Без документов. Конституцию никто еще не отменял. Который ограждает ленточкой какой-либо ленточкой. Это еще не дает. Вы кто? Я гражданин города Харькова. Вы работаете сегодня? Вы сегодня работаете? Это дело. Вы не работаете вообще нигде? Я тоже думал, пожалуйста, что ты человек. Это дело за шедевр. Я объяснил. Все, пока эти люди будут работать без документов, я решу, мы будем препятствовать их работе. А мы будем вас оттуда выдворять со стройки. На каком основании? На основании нахождения охраны стройки здесь. Что вы называете? Я назвал. Почему вы не хотите выдворить их, потому что у них нет документов? Они не являются стройками. У меня договор с парком Горького. Парком Горького. Они там дирекция, все остальное. Они посторонние такие же. Вот. А это уже наняли рабочих в парк Горького. Это не мои функции не входят. Вы приехали. Я говорю еще раз. Я приехал еще в пятницу, прибыл. Возьмите здесь. Вы у меня договор на охрану стройки парка Горького. Это вы проверяете. Прокуратура, адвокатура. Вы видите какое-то дело. У меня договор с парком Горького. А кого они взяли в субаренду, в аренду на работу? Вот так вот рубщики, так как мы приехали, успели завалить несколько живых деревьев. А теперь для отчетности перед собственным.
едете? Какой грозный? Какая? Вы что после белого же расскажите мне, кто вы? Дима. Вы такое завали? Кто вы? Гражданин Украины. Нет. Ваше имя, фамилия. Я не должен смотреть. Это территория парка. Да, смотрите, гуляйте по парку. Нет, извините. Деревья – это нормальная штука. Сейчас бы обусловлены грамотный, как вы понимаете. Наглый какой-то. То, что вы называете эту территорию стройплощадкой, не изменяет ни здесь, ни вы даже называться не можете, что вы все. А какие-то мне вопросы? Какие-то мне вопросы? Мне вопрос вам поставить, который обязан отвечать на вопрос. Можно, конечно, если нравится. Путает, резко, все. Ваша должность. Он начинал